церковное священноначалие определило другой день для празднования святых благоверных князей. Это ближайшее воскресенье к 19 сентября. 19 сентября в Муроме местно отмечается праздник перенесения мощей благоверных князей из Благовещенского монастыря в Троицкий, где они сейчас и пребывают. И теперь для того, чтобы все люди православные, которые хотят соблюсти такую благочестивую традицию, венчаться в день праздника Петра и Февронии, получили эту возможность.